Даже школьник может стать автором успешного проекта, создать бизнес или получить грант на социальную инициативу. Этому обучили участниц международного дискуссионного клуба Junior EGF. Это дочерняя площадка Евразийского женского форума для девушек от 14 до 18 лет. Чтобы попасть в клуб, девушки со всего Уральского федерального округа написали эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы». В своих работах они описали проекты в сфере IT, развития спорта, креативных и творческих индустрий. Первыми участницами клуба Junior EGF стали 24 девушки из Югры, Тюменской, Свердловской областей и других регионов Урала. Я написала на тему развития креативных и творческих индустрий, о музыкальном образовании, о музыкальной школе вообще в нашем городе. Я бы хотела добавить направление эстрадно-джазового вокала, потому что у нас оно отсутствует как и в вокале, так и вообще в оркестровой музыке. Это очень печально, потому что у всех у нас разные предрасположенности, и кто-то просто не может петь академическим вокалом или народным, поэтому было бы замечательно, если бы добавили эстрадный вокал. Девушки работают с экспертами, учатся, они начинают буквально с самых азов заниматься социальным проектированием, и я думаю, это очень поможет им в дальнейшем для развития своих инициатив. На первом собрании дискуссионного клуба участницам рассказали о бизнес-механизмах, как превратить идею в прибыльное дело, просчитать риски и работать на результат. Эксперт от Центра гражданских и социальных инициатив Югры рассказал о грантовой поддержке молодежных социальных проектов. Получить деньги на реализацию инициативы можно, начиная с 14 лет. Главное – грамотно оформить заявку. Есть как региональные практики успешные, так и федеральные. Если говорить про региональную практику, это грант губернатора Югры для физических лиц. Такая мера поддержки, как грант, про которую мы сегодня говорим, она очень нужна и полезна. Но просто дать деньги и не научить, как ими управлять, как ими распоряжаться, конечно, нельзя. Поэтому на сегодняшний день мы, как фонд, региональный фонд грант-оператор, уделяем большое внимание именно обучению молодежи, социальному проектированию. Я нашла для себя там тему спорт. Мне она очень близка. Я сама занимаюсь спортом. Я выбрала развивать горнолыжный спорт, сноуборд, тем более, что здесь это достаточно актуальная тема.